Мои хорошие, всем добрый день, всем приветик. Посмотрите, как у нас деревья распустились. 5 апреля сегодня. Только позавчера все было серое. Как все распустилось. Фонари до сих пор светятся. Вот это с воскресенья уже почти неделю. Можете сами наблюдать. О, Стас появился. Ну, я же говорю, уже неделю. Нет, через два дня будет. Послезавтра будет ровно неделю. Наверное, какой-то там сбой. Ты посмотри, как это все распустилось. Позавчера ни одного листика не было на дереве. Ну, уже лето. Все. Да, 5 апреля сегодня. А мы подожди, термин какой-то мая будет. Термин, да, 5-го. Опекун сказал. Он 4-го должен был к тебе прийти, но он не пришел. Нет, термин какой-то. Но он ничего не писал. Не знаю. Эти фонари, короче, он может, я не знаю, камера передает среди дня. И днем, и ночью горят с воскресенья. Наверное, какой-то сбой. Нет. А чего? Они, наверное, экономлят. Или, наверное, план переполняют. Возможно. Вон то дерево красиво цветет. Красота. Сегодня дождь обещают после обеда. Сейчас я подключусь и вам поговорим с вами. Как красиво цветет. Ой. Красиво. Красиво, Стасик? А как пахнет? Красивые цветы. Да, сакуры или сакуры. Кстати, в Ужгороде там целая аллея сакуры. Да, да. Ужгород самый красивый город после Харькова. Красота. Давай сфоткаемся. Всем еще раз приветик. Ну, как можете сами видеть, фонари светятся. 5 апреля фонари светятся. С ноутбуком я решила проблему. Чуть позже я вам поведаю, что я решила. В общем, что хочу сказать. Сегодня утром мукбанг опубликовался. Мукбанг я записывала вчера. Столько комментариев. Люди, вы просто, я не знаю, такой херней занимаетесь в комментариях. Пишите, действительно, такой бред, многие. Вчера я в телеграм-группе «Волчица» скинула, нашла в старом телефоне, нашла фотки с моей квартиры, харьковской квартиры. Ну, потому что ты же не состоишь в телеграм-группе. Твоя квартира? Ну да, там фотки я выложила. Посуду свою, которая у меня дома осталась, честно. А что ты его в YouTube не выложила? Видео сделайте с фото. Ну, я думаю, может, и сделаю видео. Зруби. Ну, понимаешь, у меня в телеграм-группе там самые преданные подписчики канала. Тепло, да. Ну, дождь будет сегодня. Дерево дверь красивое. Вон, я тебе и говорила, я снимала, я не знаю, камера его зафиксировала. Очень красивое дерево. А там, помнишь, какой-то парк полно дерев таких? Парк? Огромный. Это, наверное, индийский парк, что мы были. Помнишь? Там, где речка. Речка. Ну там, где вода. Ну, возможно, и там. И парк. Ну да, там, наверное. Угу. О, жарко, 16 градусов сегодня. Кто-то посылку получил. И тут с посылкой. В общем, что хочу сказать. В телеграм-группу я скинула фотки, которые у меня были в архиве в моем старом телефоне. Этим телефоном я не пользуюсь. Этот телефон у меня запасной. Что хочу сказать, скинула фотки, кто в группе, можете посмотреть. Честно, такая ностальгия вчера накатила на меня. Ну, какая? Действительно. Не, ну, квартиру вспомнила вот это. И там картину, я тебе покажу, картину я скинула, честь которой канал назвала. Я бачила, волчица картина. Да, я же говорю. Картина двух волков. Красивая картина. Я ее покупала в 2015 году, если я не ошибаюсь. В 2015 я ее купила. Я как раз ремонт закончила, и я сразу купила эту картину.
Так что вот так. Что были? На Пасху я еще скину фотки, какие я Пасхи пекла. А может, и сейчас скину тоже, нашла фотки Пасхи. Ну, я тебе показывала, помнишь? Пасочки я пекла, куличи точнее. Такая ностальгия, но так хочется домой. Вот все бы отдала, чтобы все вот это закончилось и можно было вернуться. Главное, чтобы все уцелело. Ну, я вот так подумала, вот уже 2 года, уже больше 2 лет прошло, как я в свою квартиру не заходила. Я не представляю, там, наверное, все в пыли. Ну, я тоже не выдерживаю. Тут такая атмосфера, тут очень тяжело людям. Тут многие, вот с кем я не говорю, всем не нравится, абсолютно всем. Не знаю, может, какой-то 1% и есть, которым нравится, но в большинстве своем всем все не нравится. Это факт. Я думаю, те коренные жители, которые мне пишут комментарии, им тоже все не нравится, но они хотят в моем лице самоутверждаться. Потому что, когда люди пишут гадкие комментарии, если человек умный, он ничего не напишет. Если человек тупой, он будет гадости писать и пытаться самоутвердиться за счет другого человека. А я свой канал веду, у меня канал информационный. У меня канал, я показываю вам жизнь в Германии, показываю, как тут мы живем на данный момент. Я вам скоро покажу другой уровень жизни. Так что, я думаю, кто хочет, тот сделает выводы. Только что Стас сказал, что собака такая безобидная, надо хейтеров бояться, а не собак. Сейчас мы к дереву подойдем, сфотографируемся на составочку. Настроение сегодня хорошее, честно я вам скажу, настроение отличное. У Астас цветочки, ромашки, это ромашка. Я люблю ромашки. Стас любит цветы, я тоже цветы люблю. Красота, конечно, вот такая лужайка, вся цветет красивая. Главное не вступить ни во что. По поводу электричества, я не знаю, вот горят фонари и все. Куда обращаться, и другие люди проходят. Толку насчет этого нету. Так, сейчас туда пройдем. Я помню зимой, тут когда снег у нас выпал, у нас неделя снежная была, неделя в декабре, и потом неделя в январе. Неделя снега. Я тут же на этой лужайке вам записывала видео. Ромашки, незабудки, красота, красота. Тут еще елочки у нас. Стараюсь, вот честно сказать, стараюсь для вас красивые видео записывать. Очень стараюсь. Чтобы люди, может, у кого-то еще зима, чтобы люди насладились природой. Да, вот это дерево очень красиво цветет. Так. А ну-ка, давайте с вами посмотрим. Красиво, посмотрите. Давай, красивый цветок. О, как красиво. У нас тайсик. О, красота. О, давай фото, где красиво. Ромашки. Сейчас сфоткаемся. Сейчас я остановлю видео, и мы сфоткаем. Так, мы погуляли. Такая чудесная просто природа. Вот, вот так наделали. Что я не договорила? Телеграм-канал. У меня есть телеграм-канал канала Волчица. Когда на канале были положительные зрители, они добавились туда. Больше я ссылку не кидаю. Где-то месяц назад я вела эфир, кинула ссылку туда. Человек 10 добавилось. Красиво, да, Стасик. Туда человек 10 добавилось, но добавились хейтеры, в частности хейтеры. Сейчас весна, у многих весеннее опасение, я это и по комментариям вижу, то, что пишут в комментариях. Ссылку я пока кидать не буду. Если бы на канале все были бы адекватные зрители, я бы с удовольствием бы пообщалась и в личной переписке. Я всегда к зрителям, к своим отношусь. И что значит зрителям? Зрителям я всегда говорю «зе».
Я не знаю, как вы слушаете. Так что вот так. Обязательно, конечно, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Всегда, всегда мой канал открыт для хороших, адекватных людей. Сейчас еще прикреплю видео. Стасик вчера снимал, они с мамой вчера гуляли, в магазин пошли. Там он немного соснимал. Посмотрите на этом же видео. Видео получилось очень красивое. Я старалась, мы старались. Так что сейчас идем тут гуляем, так дымком пахнет. Кто-то, наверное, печку позвонили тушит. Позвонили мне эти? Да. Позвонили мне только что. Вернее, я позвонил знакомым. И уже, кажут, уже картошку сажают. Так хорошо. И вспомнил. Ну, и вспомнил село. Село, картошечку. Уже садят, чтобы была молодая, ранняя картошечка, чтобы была молоденькая. Сейчас убирают уже везде. Потом будет Пасха в Украине. 5 травня. Травня? Травня. Травня. Мая. Так что такие дела. И сейчас я прикреплю видео, что ты вчера наснимал. Все, всем пока-пока. Красота. Вот петух какой, петух. А заяц прикольный. О. Уши у него в разные стороны. Ну красиво зробили. Да, сено. Сеновал. Молодцы немцы. Какая красота! А какие зайчики красивые! О, в каком домике! Как ухожено! Дорожка чистенькая, травичка чистенькая. Там в Берлине, в Немеччине.